всем привет! Если тебе снова нечего смотреть, так ты по адресу. Сегодня я приготовила подборку турецких сериалов про мафию. Так что смотри то, что понравится именно тебе. И подписывайся, чтобы нам больше не расставаться. Думаю, ты обязательно найдешь что-нибудь под настроение. Делись подборкой с друзьями и любимым сериалом, которые еще ищут, что посмотреть. Ну а я желаю всем хорошего настроения и перехожу к топу. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Мафия не может править миром». 173 серии и еще снимается. В ролях Актай Кайнарча, Юнус Эмре Йылдырымар, Азан Акбаба, Сабина Айрула, Хакан Карсак, Савас Аздемир, Севинч Гюрсен, Акильдыз. Основными действующими персонажами сериала являются члены одного семейства преступников, которые не мыслят собственной жизни без богатства и славы. Общественная популярность и огромное состояние не пришло к людям просто так. За благо цивилизации действующие персонажи расплачиваются каждый день. И нельзя с твердостью быть уверенным в том, что мафиози довольны собственным бытом. Унал зарабатывал на жизнь тем, что торговал оружием со всеми, кто мог заплатить. Федеральные службы и полицейские часто предупреждали мужчину, чтобы он не снабжал огнестрелом членов террористических группировок. Но мужчина не изменял собственным принципам и вел дела с людьми, несмотря на их религиозные или политические мировоззрения. К тому же супруга узнает, что господин Каплан ей давно и постоянно изменяет, после чего домашняя атмосфера накаляется еще больше. Четвертое место, сериал «Кольцо», 19 серий. В ролях Серкан Чаеглу, Ханде Эрчел, Каан Йылдырым, Хазал Субаши, Назан Кесал, Ахмед Мюмтаз Тайлан. Двое молодых людей, Джиханхир и Каан, отличаются друг от друга. Они борются за подней, которую считают случайностью. Они втягиваются в жизнь, в которой властвуют мафиози, деньги, интриги и сталкиваются с преступной группировкой, символом которого является кольцо. Третье место, сериал «Любовь и наказание», 62 серии. В ролях Мурат Йылдырым, Нургуль Ешилчай, Тамриз Инджер, Фериде Читин, Гюхче Анардак, Синур Кая. Молодая женщина теряет веру в любовь и преданность после того, как за несколько дней до свадьбы застает своего жениха с другой женщиной. Жажда мести не дает ей покоя и приводит к случайной связи с незнакомым мужчиной из бара. Они вместе проводят ночь, и в результате у обоих просыпается два противоречивых чувства – любовь и ненависть. На втором месте сериал «Чукур», 107 серий и еще снимается. В ролях Арас Булут Йенемли, Дилан Чичек Денис, Эрсан Кесал, Перихан Саваш, Анер Эркан, Эркан Колчак Костендиль, Рыза Каджаоглу. Долгое время Чукур, один из самых неблагополучных районов Стамбула, был под контролем семьи Качавал, которые всегда придерживались главного правила – не допускать распространения наркотиков на подконтрольной территории. Но через некоторое время появляются люди, желающие не только нарушить это правило, но и установить здесь свои порядки. И когда сопротивление Качавал, казалось бы, было сломлено, неожиданно появляется Ямач, младший сын семьи, который давно покинул отчий дом. С возвращением Ямача борьба за власть в Чукуре выходит на новый уровень. В сериале, занимающем первое место, снялись Кенан Имирзалыоглу, Нархан Азинен, Танер Туран, Адем Явуз Азата, Джансу Дере, Сарп Акая. Амер – парень из обычной турецкой семьи. Он полюбил Эльшан, но пока не может на ней жениться, впереди служба в армии. Внезапно жизнь героя сериала переворачивается. Родные, любимая – все исчезает, а Амер оказывается в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Парень пытается сложить все известные ему факты в единый пазл. В том, что герой оказался в тюрьме, причастны самые близкие – его любимая, друг Джингис и тот, кого считал братом. В тюрьме он знакомится с человеком, который помогает ему выжить. Благодаря этому человеку исчезает юноша Амер, рождается жестокий и беспощадный Эзель. Для каждого из причастных к его падению у Эзеля есть свой план. Но у негодяев появляется подозрение, что загадочный Эзель и есть их перевоплощенный друг. Удастся ли Эзелю расправиться с обидчиками?
Это был последний сериал сегодняшней подборки. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. И если ты нашел себе топ по душе, то поставь, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Еще ты можешь мотивировать меня, если напишешь свое мнение в комментариях о своих любимых сериалах или же фильмах. Ну и, конечно, подписывайся, чтобы нам с тобой не терять друг друга. Еще, мои любимые зрители, мне это очень интересно и очень важно знать, сколько же вас досматривают мои подборки до конца. Напишите, пожалуйста, название сериала, который в этой подборке занял первое место. Итак, первое место — сериал «Эзель», 71 серия. Я надолго с вами не прощаюсь, до скорой встречи с новым видео.